so eine Maschine. Atomkraftwerk, meine Fresse. Всем привет! Алло, алло, Цузан. Ой, это манты. Сегодня манты сделаем. Узбекише. О, да, уйгурише. Уйгурские, узбекские. Манты делают или из баранины, или из говядины. Или мешают. Манты махмаль. Аус арин. О, да, лам. О, да, демис, лам, он тринг. Грабен, ой, это ринг. Вот у меня ринг. Кило ungefähr. Ну и где-то килограмм говядины и грамм 150 курдюка бараньего жирчика. Куйрук. Ну, ungefähr 120 грамм. Ламфет. Я. Парт свибель. Ungefähr 500-600 грамм. У килограмма лука примерно или 600 грамм. Ну это не столь важно. Плюс-минус там 100 грамм это не играет роли. Так, ладно, мясо перекрутим. Окей, фанги, а. Also, 1 кило ринг. Килограммчик говядины. Свибель. Damit er in Fleischwolfmaschine passt. Так, нарежу, влезал в мясорубочку. Ну все, перекручиваем. Jetzt machen wir eine schöne Mischung. Соль, зальц, зира чуть-чуть, кройцкюмен, пфефершварц, черный перец молотый, вот так, зо. Ein bisschen, ganz bisschen кориандра. Немножко, чуть-чуть совсем. Кому не нравится, не надо. Немножечко кориандра. Очень мало. Вот так все. Jetzt mischen. Все, замешиваем. Ganz fein, aber. Normalerweise, für Mante, Fleisch muss gehackt werden. Mit Messer so. Mit zwei Messer. Zack, 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 zack. Aber ich habe so einen groben Aufsatz. So 8 mm, 8-9 mm Löcher. Und deswegen, das geht auch so. На манты надо вообще-то мяско рубить ножичками или мелко резать. Ну, у меня насадка на мясорубку крупная, 8-9 миллиметров примерно, так что пойдет. Und immer ein bisschen Wasser geben, немножко воды, vielleicht 100 миллилитров. So. И оставим. Good, perfect. So. И оставим отдыхать. So, jetzt lassen wir so. Perfect. Perfect. Закрываем. Так, короче, замешиваем тесто. Jetzt machen wir Teig. У меня здесь, das ist Kilo. Weizmehl. Weizmehl. Килограмм у меня здесь муки. Но я все не буду. Aber ich mach nicht alles. Wie gesagt, ich mach
auf Auge. So, so ungefähr. Ja. 800, 800 Gramm. Примерно. Wasser. Also nicht warm und nicht kalt. 45 Grad, примерно 45 градусов у меня. Водичка. Salz. Ungefähr eine Esslöffel. Примерно столовая ложка соли. Растительное масло, рапс-эль. Рапс-эль. Да. Fast 100 миллилитров. Примерно 100 грамм. Приблизительно. Вот так. Может даже меньше. Vielleicht auch weniger. Ungefähr. So. Alles zusammen müssen. Чтобы соль разошлась. Damit Salz auflöst. Das brauchen wir. Вообще-то настоящий манты тесто делается вообще без яиц. Ну я на 500 грамм яйцо, ну скажем, на килограмм два яйца, на всякий случай. Für die Sicherheit machen wir paar Eier rein. Normalerweise, оригинальный рецепт, ohne Ei. Nur Wasser und Salz und Öl, das war's. Aber wir machen für die Sicherheit, damit unser Teig schön elastisch wird. Чистота для эластичности. Ну и все, alles zusammen mischen. Вот так. Примерно 400 миллилитров у меня было воды, примерно. 400 грамм васа. Also 400 миллилитров васа. 100 миллилитров эль. Ungefähr. So. Вот. Und zwei Ei. Ну и вливаем туда. So, bisschen. Ну и говорит, бештим тайм кило. Килограмм у меня уйдет муки. Килограммчик муки уйдет. Я тайм кило. Мель. Ну вот так. Сейчас замесим. Даже водичка не вся ушла. О, schöne Teig. Ой, прекрасное тесто будет. Ну вот. Переходим. Переходим на стол. Jetzt können wir auf den Tisch gehen. Вот так. Все. Отдохнуть его. Пока займемся. Я люблю манты с бульоном, с шурпой. Поэтому займемся сейчас шурпой еще. Для начала. Вот так. О. Und zur Seite legen. Schön. Все. О, это еще от моей мамы. Царствие небесное. Das ist noch von meiner Mama. Hier habe ich noch sehr gute Brühe. Gestern habe ich schöne Pelmeni gemacht, hausgemachte Pelmeni. Und so eine gute Bouillon. Jetzt schade wegzuschmeißen. Вчера пельмешки я делал. Домашние, с говядинки. И поэтому тут такая шурпица уже, бульон хороший. Я его использую. Вот так вот. Водички добавим в осадоцу. Так, картошечка.
das geht ins Brühe. Соломочкой такой. Мне нравится, когда... Так же, как вот лагман, когда делают, да? Тоже добавляют картошечку. И вот я люблю манты так же. Что, тучка такая хорошенькая. Ой! Ну вот, много не надо. Nicht viel, das ist die letzte. Gut. Gut. Das geht ins Brühe, ins Bouillon rein. Это мы в шурпу сразу же положим. Schön. Schön. Ein paar Mohren. Морковочки чуть-чуть. В шурпу. Ein paar Zwiebeln. Маслица чуть-чуть. Ein bisschen Öl. Ой, хорошо. Sieht sehr gut aus. Jetzt Mohren. Karotten. Морковочка пошла. Gewürzen kann man auch geben. Auf Geschmack. У меня здесь вот есть, ребят, от лагмана. Такая, ну, к лагману, приправочка к лагману. Она, кстати, очень подходит. Такие дела. Для мантов она тоже подходит. Чуть-чуть ее вот это. И все. Зеленушечки. Такой. Все, готово. Все, крышечкой закрываем ее и отставляем. Все, das ist schon mal fertig. Das geht's nachher ins Brühe rein. Вот так вот, по-быстрому.
Mhm. Solche Stücke. Damit das nicht so klebt. Am Boden. Чтобы не приклеивались. Грех слегка так. So. Das ist gut. Паприка жюсь. Немножко для цвета папрички вот так. Все хорошо. Следующее. Хоп. Hier machen wir noch voll. Perfekt. Oh, das ist fantastisch. Закрываем. О, закипело. Hat angefangen. Jetzt das hier, нашу морковочку. Unsere Mörchen, Karottchen mit Zwiebeln. Ой, как вкусненько будет. Ой, вот шурпу я обожаю. Когда шурпа. Да. Так, смотрим соль. Зальц. Угу. Ты ваш он гезальц, ага. Это же мой бульончик от пельменей. Так. Чуть-чуть. Гуд. А у фоли пули на всю ставим, чтобы она кипеть начала. Ой-ой-ой-ой-ой, класс. Класс. Ну и я люблю ein bisschen Sojasauce. Für den Geruch. Для запаха. Вот так, чуть-чуть сои. Все. Ну-ка. Перфект. Так. Шафа, пфефа. Красный перец, его совсем чуть-чуть. Зэшав. Зэшав. Зо, гуд. Очень острый. Очень острый красный перчик. Чили. Зо, либо люди. Jetzt stellen wir das Ding drauf. О, зо, eine Maschine. Atomkraftwerk, meine Fresse. Вот так вот. Ставим. Und warten 35 Minuten. 35 минуточек. Засекаем и кушаем. На, liebe kuchen wir mal. Посмотрим, что у нас получилось. А, ой, очки запотели. Положим. Так. О! Вот так вот. Ох. Шурпа. Unser Bouillon. Шурпучечка. Ой. Вот так. Ой. Еще пробируем две, попробуем.
Класс. Сочные. Что, завтрак? Класс. Шурпица. Ой, шурпа — это хорошо. Ну, gesund halten, liebe Leute. На здоровье, ребят. Приятного аппетита. Вот они, мальчишки. Хороший. Ну вот на этой ноте. Еще раз, ребят, за манты. Приятного аппетита. Gesundheit und guten Appetit, Leute. Oh. Вот она. Класс. Не знаю, видно, нет? Sieht ihr oder nicht, keine Ahnung. Aber richtig schön saftig. Gut. Lecker. Еще одну, напоследок. Für den Frieden auf dieser Welt. Ладно, ребят, всем мира и любви.